Это здание, в коем размещался штаб войсковой части 47-280. До последнего времени он здесь размещался. Вот здание. 18 октября 2024 года. Доступа сюда нет. Ну, мы там были с вами, поэтому туда и не идем. Все помещения мы посещали. Особенно там сохранился пост номер один, место этого поста. Вон там на углу. Штаб. Здесь был. Вон там на углу. Здание казармы, где размещались подразделения саперов и связистов этой же части. В правую сторону от него. Вот туда. Летний кинотеатр, бассейн, плавательный, стадион туда дальше. А так за штабом туда дальше казарма Ремрот, автомобилистов и плац. Мы разворачиваемся. Вот казарма третья по счету. Мы подойдем к ней с другой стороны, противоположной. Да, к столовой подойдем. Ну, посмотрим, конечно, казарму. Третью и четвертую, если получится. Вот, да, нам просматривается. Да, я сказал, что 18 октября. Времени 11 часов. Вот в эту сторону КПП, которое 2. Северное КПП. Здание казармы. Третье по счету от основного КПП, которое в ту сторону, вон там основное КПП. Ну, прежде с правой стороны, мы уже знаем, будет казарма саперов и связистов. Здание клуба справа будет. Ну, другие объекты. Вот третья казарма. Мы сюда намереваемся повернуть между второй и третьей и туда пойти. Солнечная погода, почти что солнечное, солнце есть, как бы в дымке, туманчик небольшой. Вон там штаб, мы там начинали видео. Это здание казармы второе по счету. Вот оно. Мы поворачиваем вот сюда, повернули, третье здание, вот здесь ничего не выросло, бордюры видны. И вот начинаются заросли. Там дальше все уже в зарослях. Повырастали кустарники, деревья молодые. Вот третье здание казармы. Сюда мы сейчас будем идти. Подъезды посмотрим. Вон там штаб на углу. Это здание казармы, которое второе. Растения засохли уже. Засохли осень. В полном разгаре. Да ну пошли подъездом. Нам столовую увидать. Хотел сказать, дело к обеду. Нет, еще рановато к обеду. 11 только.
Как тут ходить? Ну, можно. Как видите, мы проползаем тут. Тут заборчик небольшой. Тут видно, что проволочный забор. Там дальше были курилки. Напротив каждого подъезда курилка. Вот один подъезд, первый от КПП. Вон уже мелькает здание столовой. Подъезд. Во всех помещениях мы были с вами. Вот давненько уже. Отхода нет. Ну, зайти можно, конечно. При желании зайти можно хоть куда. Ну, не свободно, конечно, не свободно. Вот столовая. Здание столовой. А второй подъезд. Третьей казармы. Вот. А вот столовая. А тут где-то вход должен быть. Территория, где мы находимся, это заповедник в настоящее время. Вот кружка. Столовая. Кружка. Недалеко. Вот. Повесим тут. Вот. Кому-то пригодится, может быть. Ну, как сувенир, например. Вот здесь вход в столовую. Один из входов. С другой стороны, с противоположной туда, влево оттуда, там тоже вход есть. Ну, тут сейчас он заложен. Мы заходили здесь, по-моему, в окно там залазили. По всем помещениям ходили, смотрели, вспоминали. Да, это третья казарма. По счету от КПП. И потихоньку идем вдоль столовой. Теперь столовая и туда, к четвертому зданию казармы. Ну, здесь получейки. Нет таких зарослей. Это вход сюда в служебное помещение или подсобное помещение столовой. Вот здесь можно нагорожено, что-то можно попытаться зайти. Кто-то пытался и заходил. Наверное. Четвертое здание казармы. Вон там дорога. Мы ее пересекали. Вот покидаем мы третье здание казармы. Столовая. Вдоль нее мы идем.
24. Да, это заповедник, я уже сказал. Природоохранная зона. Ну, пока возможность есть, мы посещаем территорию. Да, мы тут на велосипеде. Вот, сейчас мы повернем направо. И там вход в столовую, еще один вход. Вон там, на углу. Ну, был. Вот. Пользовались, не пользовались. Это я уже не могу сказать. Вот подъезд, который первый. 4-го здания казармы. Также заложен кирпичом. Вот он, вход в столовую. Вот так прямо. Здание спортзала было. Спортзал. А еще левее котельная. Было. Золотая осень. Это 4-е здание казармы, которое подъезд первый. А там второй. Туда тоже подойдем. Попытаемся, конечно. Вот тут еще были что-то водочистительные какие-то сооружение. Мы фотографии успели сделать, а видео нет. Подъезд, который первый. Вот он. Ну, какой ветерок. Листья полетели. Сразу. Нам подойти еще к тому подъезду для полного счастья. И можно сказать, что мы выполнили то, что мы намечали. Вот видно на окнах решетки. Снаружи решетки вот. Это оружейная комната была. И вот подъезд, который 4-й. Извините. Казарма 4-й. Казарма. Подъезд 2-й. Тут заколочено все, не тут она отличается тем, этот подъезд. Здесь вот крылечко, ступеньки перед входом. Ну, дальше туда уже нет необходимости идти, там 5-е здание казармы. Напротив курилка должна быть, по идее. И вот так прямо, я уже говорил, там спортзал, котельная. Ну а дальше туда, там уже расположение артполка, подразделений артполка. Войсковая часть 60-413. А мы посмотрели с вами, прошли вдоль столовой и 3-й и 4-й казармы. Войсковой части 47-280, Алтыслагерь.
И завершаем потихоньку видео. Вот вход в столовую. Вот здесь. Да, я напоминаю, что мы были во всех помещениях столовой. У нас есть довольно много материалов по столовой. До свидания, до новых встреч, Алтыслагерь. Не останавливается еще никак. То не включишь, то не выключишь. Кнопка есть волшебная.